тема арт-резиденции была диалог. И когда мы с Константином обсуждали, что будем делать, какие у нас идеи, он предлагал как вариант использовать минимальные средства и использовать свои ассоциации. Когда я думала, какие ассоциации у меня приходят со словом «диалог», мне почему-то подумалось, что это пазл, головоломка, решение, там, общение. И в итоге получилось диалог двух людей. Даже сейчас я бы могла конкретизировать, что это отец и сын, да, им они совершенно разные, если мы вот так вот их посмотрим, да, они совершенно разные. И разные, как разные мнения, но в диалоге рождается некое общее. Вот, когда так соединяем этот пазл, получается некое общее. Ну, я думаю, что идею свою я смогла реализовать, опять же, минимальными средствами свою задумку. Я очень благодарна Косте за то, что у меня появился такой шанс, за его помощь. Самое сложное было, наверное, рождение идеи самой, то есть как это сделать, из чего и так далее. То есть изначально у меня не было вообще никаких мыслей. Потом, благодаря направлению Костиному, я уже смогла это исполнить. Вот, и, она и получилась, эта идея, и реализовалась.